Всем привет! Так как уже вовсю начался сезон строек и ремонтов, то такая вещь, как лазерный нивелир, будет интересна многим. Это новинка среди нивелиров Клубиона AE12S. Не самый навороченный, зато за приятную цену и хорошего качества. Во время тестирования я понял, что не под все виды строительных работ подойдет именно этот нивелир. Для каких будет идеален, а для каких нет, скоро узнаете. Приходит наш помощник в сумке, у которой внутренний наполнитель обезопасит содержимое от ранений при падении. Внутри сам нивелир, зарядное устройство, площадка с регулировкой высоты, металлическая пластина, магнитный кронштейн и пульт с инструкцией. Качество сборки нивелира хорошее, и из приятного есть панель с отображением заряда на батарее, емкость у которого, кстати, 4000 махов. Заявляется, что нивелир проработает на одном заряде от 6 до 8 часов. У меня же во время тестирования батарея просела с 94 до 50 примерно за час. Это на полной мощности. Но я не заряжал батарею после распаковки, и есть у меня подозрение, что она просто была просевшая, так что думаю, проработает нивелир пару часиков так точно. К слову сказать, заряжается батарея быстро. Лазер довольно мощный, его хорошо видно даже в светлое время суток, бьет 12 линий. Хотя все-таки при очень ярком солнце, через метров 10 есть возможность линию не увидеть, но по заявлению рабочий диапазон 20 метров. Но я бы рекомендовал брать этот нивелир тем, кто работает в небольших помещениях, не больше 30-35 квадратов. Сам луч яркий, зеленого цвета, а при управлении пультом можно настраивать толщину луча, если нужно. Погрешность у лучей плюс-минус 1 мм на 7 метров, что вполне неплохо. Управляется элементарно и просто. Кнопками на корпусе мы либо убираем ту линию, которая нам нужна, или добавляем. Одна кнопка для боковых линий, другая для одной нижней линии. А уже кнопкой на пульте можно регулировать толщину линий. И также либо убавлять, либо добавить нужную линию. Все просто. Блокировки маятника луча я не нашел для разметки косой линии, хотя на картинках у продавца видно, что разметка под углом возможна, но блокировки нет. Рычаг сбоку только включает и отключает нивелир, положения посередине нет. Что же касается удобства использования, то тут все хорошо. Нивелир крепится на стандартный штатив, как вы видите, а сверху есть разъем под магнитный кронштейн, который есть в комплекте. К слову, вы можете сразу заказать либо со штативом, либо без, если он у вас есть, как в моем случае. Магнитный кронштейн надежно крепится к металлическим поверхностям и удобно управляется в любую сторону, куда вам нужно. Отмечу отдельно комплектную площадку для регулировки высоты, довольно полезная вещь в таких делах. Итак, кому же не подойдет такой нивелир? Мое личное скромное мнение. Не подойдет тем мастерам, которые занимаются натяжкой потолков, либо работами, связанными сверху, так как у нивелира нету верхней башни и, соответственно, и луча нет. А перевернуть нивелир не получится. А вот тем, кто занимается, например, укладкой плитки или заливкой полов, так наоборот будет удобно работать с ним, потому что есть нижняя линия отображения и ее минимальная высота 1,5 см. Если же нужно немного выше делать разметку, то для этого есть площадка с подъемом. Если же нивелир на штативе, то можно поднимать и опускать все разметки, как вам удобно. Если я где-то не прав или что-то упустил, то поправьте меня в комментариях и напишите свое мнение, где, по вашему мнению, будет неудобно использовать нивелир без верхней башни с лучом.
А если вы интересуетесь темой ремонтов, то можете посетить канал моего товарища, который помог мне сделать тест этого нивелира. Он снимает полезные видео про ремонты, которые и делает сам, и показывает некоторые тонкости в своем деле. Данный нивелир достойный внимания, тем более, что цена у него, пожалуй, очень низкая, как для подобных устройств. И вообще фирма Клубиона – это не новичок на этом рынке. И они уже сделали не один популярный измерительный прибор, так что можно не переживать, что это подвальный Китай. Пишите свое мнение по поводу этого устройства и ставьте лайки, если ролик показался вам полезным. У меня есть еще несколько интересных мужских инструментов, которые скоро появятся на канале. Так что жмите на колокольчик с отметкой «Все», чтобы вам приходили уведомления про новые интересные видео. Спасибо за просмотр, надеюсь, был для вас полезным. Увидимся!